Чем чревата конфронтация между Кыргызстаном и Таджикистаном? Такой вопрос поставил телеканал CBC в рамках традиционного опроса аудитории своего интернет-ресурса. 46% пользователей проголосовали за то, что конфронтация между Кыргызстаном и Таджикистаном может привести к возникновению новой горячей точки. 42% зрителей YouTube-канала считают, что удастся снизить накал напряженности в ближайшее время. И только 12% аудитории считают, что данная ситуация чревата вспышками насилия на Кыргызстане. Таджикская граница. Всего в опросе приняли участие около 800 человек.